Мы возобновляем информационное вещание. Спасибо, что остаетесь с нами. Напомню, наш телефон 265-45-00 и наш смс-сервис 9020. Начали ТВК, пробел и Дарья, ваш текст. Мы готовы обсудить вместе с вами тему сегодняшнего выпуска. У нас есть первый телефонный звонок. Добрый вечер, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Значит, по поводу школьного молока хотел сказать. Значит, так как у тебя руководил благотворительным фондом всероссийским, как раз в Красноярске, вот как раз включил ТВК, потому что мне все, что сегодня день рождения ТВК, кстати, как совпало. Но дело-то не в этом. Значит, у меня племянник здесь учится в Красноярске и получает вот это школьное молоко. На самом деле оно не самого лучшего качества. Вот, он самого не пьет, не отдает, потому что я любитель молока. Ну, в общем, короче, мне отдал это молоко. Оно на самом деле очень, мало того, что не качество, оно невкусное. Поэтому дети в большинстве своего не пьют. Но, зная обстановку, которая особенно сейчас экономическая, да, у нас в стране, значит, родители мало покупают этого молока. В молоке, как известно, даже на пачке, да, перевернуть, посмотреть, там все необходимые микроэлементы, витамины, ну, то есть все, что нужно для роста, для умственного развития на самом-то деле, да. Но родители сейчас перестают покупать молоко в таких количествах, которых они покупали там года 2-3 назад. Вот. И поэтому считаю, что все равно, как бы они пили или не пьют дети, не надо экономить на детях, программа должна продолжаться, потому что есть дети, которые пьют. Особенно мы знаем, что, к сожалению, у нас есть дети, которые малоимущие, да, семей. Они с радостью пьют это молоко, они кушают с того все, что есть. Вот. Не надо экономить на детях. Пусть лучше депутаты, я не знаю, пересядут на машины, на свои служебных, откажутся, и у нас хватит денег на детей. Спасибо большое. Спасибо большое за ваше мнение, за то, что позвонили к нам в прямой эфир, за то, что смотрите новости ТВК. Напомню, что решение будет принимать депутат совместно с администрацией города Красноярска. Есть еще один телефонный звонок. Добрый вечер, слушаем вас. Алло. Да, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте, Светлана Иннокентьевна. Я по поводу тоже молока. Ну, как это так? Вот мы когда учились, нам и йодосодержащие, и рыбий жир давали. Любим и не любим, надо, говорили, полезные витамины. И чтобы сидели ровно о здоровье, беспокоились. Каждому ученику замечания делали, сядь ровно. Там. Сейчас это не это. Несчастное молоко, нормальная программа, да дети... кто даже не любят, да компанию это самое, могут выпить. А учителя лучше бы вот детям и внушали, как это полезно для здоровья и все. А депутаты наши, каждое хорошее дело готовы загубить на корню. Но еще давайте не будем торопиться, да. Еще не загубили, у них есть право выбора и право принять это решение или не вот. Принять это решение. То есть вы категорически за то, чтобы проект сохранить? Да, конечно. Ну как это так? Это кальций детям необходим. Спасибо, Светлана Иннокентьевна. Да. Спасибо за то, что позвонили. Вы, кстати, сказали, я вспомнил, что в свое время, когда я учился в школе, давали йодомарин, по-моему, он назывался, йодосодержащий препарат, который давали нам во время уроков для того, чтобы поддерживать уровень йода в организме. Что ж, мы сейчас прервемся на полезную информацию, а после продолжим общаться с вами. Звоните нам по телефону 265-45-00. Мы продолжаем. У нас есть еще один телефонный звонок. Добрый вечер. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Альбина Владимировна. Во-первых, я поздравляю вашу телекомпанию с вашим праздником. Спасибо. Прекрасным. Во-вторых, у меня такой вопрос. Я хочу начать с того, что когда в товарищей согласия нет, на лад их дело не пойдет. И не идет дело у нас в нашей городской, как говорится, в этой мэрии. Что такое? Почему народ-то не участвует ни в чем? Какой-то междусобойчик идет, а мы вроде как ни при чем. Разве можно так? Мы-то для чего? Мы, народ, выбираем их. А тут идет просто они между собой тусуются, а мы вроде как бесплатное приложение. Разве можно так? Мы всегда выбирали. Мэров выбирали, губернаторов выбирали. Мы Пимашкова сколько лет выбирали. А тут вообще никто с нами не считается и не собирается считаться. Ну как так можно? Альбина Владимировна, а возвращаясь к повестке сегодняшнего дня, вы бы приняли участие в референдуме по сохранению выборов мэра? Конечно. То есть вы пошли и проголосовали? Да. За сохранение? Да. Спасибо большое, Альбина Владимировна, за то, что позвонили, за ваше мнение. Есть еще один телефонный звонок. Добрый вечер, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Я по поводу выбора. Мы губернатора выбрали,
и отдать ему надо полностью всю власть. Но чтобы губернатор не превратился в Хорошавина, нужно, чтобы он в месяц один раз, один час, допустим, на ТВК, встречался со своими избирателями, отвечал на их вопросы в прямом эфире, а не там чего-то размышлял по поводу неизвестно чего. И тогда у нас, в конце концов, будет порядок. Мэров надо назначать. Спасибо. Они должны полностью подчиняться губернатору. Спасибо большое. Спасибо большое за ваше мнение. Ну, час губернатора в эфире телеканала ТВК не обещаем, но обещаем пригласить Виктора Александровича в нашу студию и задавать именно ваши вопросы. А прямо сейчас еще немного полезной информации. И на этом у нас все. Спасибо, что этот час вы провели вместе с командой новостей ТВК. Я напомню, наш телефон 265-45-00, адрес в интернете tvk6.ru. Итоги дня в прямом эфире в 23.00 подведет мой коллега Захар Письменных. Я с вами прощаюсь. До завтра. Хорошего вечера.